Водни он и восставши Мариам, иди в горнее с отчанием в оград Иудов, и вниди в дом Захарии, и целовай Елисавет, и бысь, яко услыша Елисавет целование Марино, взыграйся, младенец, в чреве я, и исполнися Духа Святый, Елисавет, и возопи гласом велием и рече, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, да прииди мати Господа моего ко мне, себо якобы из глаз целования твоего во уши моею, взыграйся, младенец, радостями во чреве моем, и блаженно веровавшая, яко будет совершение глаголанным ей от Господа. И рече Мариам, величит душа моя Господа, и возрадовайся, дух мой, о Бозе спасе моем, яко презрено смирение рабы своя, себо отныне ублажат мя всероди, яко сотвори мне величие сильный и свято имя Его. Прибыль же Мариам с ней, яко 3 месяца, и возвратися в дом свой.